Всем привет! Сегодняшнее видео будет генеральная уборка в ванной комнате. Мы с вами будем мыть ванну, стирать шторку, полы мыть, шкафчик будем разбирать с вами. Давненько я, кстати, его не разбирала. Помоем его, мытье раковины. В общем, будем мыть ванную комнату. А вам я желаю приятного просмотра. Жду от вас внизу под видео комментарии, обсуждения и лайки. Приятного просмотра! Сейчас я буду снимать шторку в ванной комнате. Вот эта вот шторка, у нее именно пачкается низ. Он становится вот такой вот желтый от воды, так как вода у нас, сами знаете, не всегда чистая, кристально белая, да? Она имеет вот такую ржавчину. И вот эта вот белая занавесочка, все это очень быстро в себя впитывает. Поэтому мы ее постираем. И она у нас сразу станет беленькая и чистенькая. Мне нужно будет вот этот угол весь освободить. Я не знаю, что здесь происходит, но здесь постоянно какое-то скопление махров, вещей, каких-то бутылок, еще чего-то. Вот это вот мне, я знаю, надо постирать. Мультиварку мне тут надо помыть вообще. Я ее, наверное, прям в ванну сразу так поставлю. Потом я ее вымою. Вот эти вот все бутылки мне нужно выкинуть. Вот. Вот эта вот тряпка, я ей мою полы. Вот, а там, пускай, тоже тазики. Вот это я тоже мою, в принципе, полы. Вот это средство для уборки. Я сейчас буду, в принципе, его использовать. Я его пока туда поставлю. Так. Для этого ведерка тоже надо место какое-то найти. Я не знаю уже, куда я все ставить. Эти вот баклажки стоят уже, которые месяцы, я не знаю. И эти все баклажки тоже, я думаю, нужно просто их выкинуть куда-нибудь отсюда. Выливать я не буду. Нам они на даче пригодятся. Я их просто, наверное, унесу и поставлю на балконе. Унесу отсюда. Также нужно будет все вот здесь вот сейчас перебрать, все освободить. Так, новая зубная паста детская. Этот сразу выкидываем. Вот, купила зубную пасту новую детям. Смотрите, от 6 до 9 Colgate. А, запах прикольный. И вот такая вот консистенция гелеобразная, смотрите. Без всяких красителей. Суперская мята немножко пахнет. Вот. Клубника мята у меня для растущих постоянных зубов. Такая вот зубная паста. Первый раз мы ее купили. Попробуем, не знаю. Понравится детям, нет? Так, дальше. Такую мицеллярную воду я себе купила для снятия макияжа. Так, в принципе, знаете, вроде нормально, но вот это вот масло немного меня смущает, то, что оно жирнит кожу, и как-то приходится постоянно так сбалтывать все. Ну, не очень удобно, я бы себе в следующий раз такое не купила бы. Но вот так как у меня вот большая бутылка, мне ее, наверное, надолго теперь хватит. Вот, до 2022 года она годна. Мицеллярная вода с маслами. Так, гель для душа у нас почти заканчивается. Надо будет подкупить. Шампунь у нас заканчивается. Понравился мне, кстати, вот этот шампунь. Он это очень такой, знаете, мылится очень хорошо, не знаю. Расчесочка. Маска вот эта, в принципе, тоже ничего так, но она у меня уже кончилась. Ее нужно будет выкинуть. Бальзамчик вот такой вот у меня.
тоже уже чуть-чуть осталось, это когда я волосы красила. Так, это пустая уже почти. Щетка вот эта мне очень нравится, я ей только и моюсь, получается. Так, это тоже нужно будет выкинуть. Это осталось. Так, ну тут пробники у нас муж привозил, когда был в командировке, в этих в отелях отдыхал. И вот эту краску, наверное, тоже я выкину. И вот посмотрите, какая здесь корзинка. Ее нужно будет сейчас помыть очень хорошо. Купили вот такое вот мыло, большой кусок, и моем им руки. Очень надолго его хватает, и он как и антисептический, да, дезинфицирует хорошо руки, надолго его хватает, и мы раковину можно отмывать, он хорошо тоже отмывает, и запаха никакого такого специфического не имеет. Мне прям в последнее время очень нравится хозяйственное мыло. Знаете, такой прям баней пахнет. Обалденный запах. Ну и все, вот помыли мы все. И теперь все средства туда складываем. Когда шампунь у меня заканчивается немножко, я вот так вот ее кверх ногами переворачиваю. Когда открываешь, сразу шампунь льется тебе на руку. Не нужно стоять и вот ждать, пока она там тебе притекет. И с бальзамами так тоже. Вот эти мочалки, я говорила, я уберу отсюда. Все. Thank you.
стекло от плитки, представляете, и такое острое. А если бы оно в ванну отвалилось, можно было бы ногу порезать. Слушайте, это что такое? Это что за плитка такая? А смотрите, она еще и здесь. Ба! И прям стекло. Слушайте. Это стекло. Представляете? Помыла кран, смотрите, как блестит. Использовала я всего лишь навсего Пемолюкс. Ванну все помыла. Для стекол я использую клин. Вот такой вот окна и стекла, зеркала. Брызгаю. И протираю. Я вот такие тряпочки нарезала, полотенчика. Вот, теперь у него есть такие вот маленькие тряпочки. Oh,
общем, вот так вот прошла моя генеральная уборочка. Кому понравилось, обязательно ставьте лайк. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал.